Кратер Беринджера – огромный метеоритный кратер в американском штате Аризона. Его диаметр более 120 километров, и ученые полагают, что он возник 50 тысяч лет назад в результате столкновения с Землей крупного метеорита из железа и никеля весом 160 тысяч тонн. На момент столкновения метеорит двигался со скоростью около 43 тысяч километров в час. Здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем играть в Civilization 5 Gods and Kings. В прошлой серии мы отобрали город Нанкин у Китайской империи, потихоньку отжимая у нее все города. И по истечении срока мирного договора, я думаю, нападем на Пекин. Соберем сейчас немного войск. И таким образом покончим с империей. Цитянь. Так, вы, ребятки, вставайте на дежурство пока. Следующий ход. Так получилось, что всем приказы раздал, все переместились. Ой, она нас опять осуждила, да что такое? А тем временем у нас недовольство все возрастает. Поэтому, блин, не знаю, сможем ли мы по истечении срока договора. Сидя на крепком плоту, искусной рукой все время правил рулем Одиссей. Гомер. Сможем ли мы, то есть, захватить Пекин? Потому что у нас вообще тогда будет настроение в минусе. А если настроение в минусе, наши войска начнут бунт, они обратятся против нас, превратятся в варваров. Так, агент Дабир не может украсть технологию державы Аравии, поскольку наша наука продвинулась гораздо дальше их. Блин, все-таки иногда печально, что наука твоя наука впереди твоих соперников. Так, ну куда бы направить-то? Давайте направим тогда в Женеву. Будет, наш шпион будет вербовать этот город, государство, чтобы он стал нашим другом. Китай публично осудил нас. Ну что ж поделаешь. Мы также можем осудить их. Да, вот так вот. Никогда не простишь, говоришь? Да твои дни сочтены, блин. Уместнее сказать, твои ходы сочтены. Так, что исследовать дальше? Акустика. Не люблю оставлять. Как дырка в зубах. Прореха. Город Тарс. Что будет производить город Тарс? Наверное, все-таки рынок. Будем повышать денежку. Выбираем проект в городе Экбатана. Экбатана построил арену с целью увеличения члена. Нет, шучу. Увеличение настроения. Город Экбатана будет строить храм, что ли? Да, храм все-таки. Так, ребятки, построили каменоломню. Молодцы. Стройте рудник на золоте. Так, вы тоже построили рудник на железе. Стройте здесь лагерь. Трирема выполняет функцию разведывательного юнита. Так, эти ребята у нас исцелились уже. Ну, временно вставайте на дежурство. Нам бы туда еще гарнизон поставить. На дежурство. Следующий ход. Так, аркебузиры. Их заняли их место. Кто занял их место? Давайте вот сюда. Вот. 6 ходов.
Далее, следующий ход. Так, хочет возобновить договор. Ну давай. Такая странная, да? Вроде осудила, вроде воевали с ней. Это же просто-таки человеческая жадность. Окей, мы построили дорогу в Рагузы. Так, интересно, китайский полководец Франциско Писаро, что здесь делает? Неужели поставит крепость и захватит вот эти наши клеточки? Три. Город Бактра увеличивает свое население до 3 человек. Это радует. Город Сарда принял религию. Нашу религию. Молодец. Ваша столица Рагуза теперь связана, и ваше влияние на них возросло. Теперь этот город наш союзник будет давать нам прирост в 3 еды в столице, плюс 1 в других городах. Город Пасаргада готов к дальнейшему производству. Ага, произвел двор Сатрапа. Будет производить теперь. Что будет производить? Университет, может быть? Да, наверное, университет. Выбираем проект в городе Персиполис, в столице. Так, я думаю, пришло время для Пизанской башни. Великие люди, когда там у нас вылупятся? Не скоро, судя по всему. Так, эти лучники пока вставайте на дежурство. Вы, ребятки, тоже вставайте пока на дежурство. 3 рема. Ну-ка, что у нас здесь? Ничего. Следующий ход. Так, строительство дороги отменено в город Рагуза. Ну, вы, в принципе, построили, молодцы. Возвращайтесь в город Сузы. Здесь что-нибудь у нас есть? Здесь у нас ничего нету. И здесь, пожалуй, постройте торговый пост. 11 ходов, так долго. Ну ладно. Наконец-то вы добрались до благовоний. Стройте плантацию. Так, наши ребята переплыли пролив и отправляются, ну, скажем, сюда. Следующий ход. Тем временем Пекин лечится. Ой-ой-ой, мышь, что ты делаешь со мной? Город Сарда растет. Вырос до 2 человек. Отлично. Так, наши рабочие построили ферму. Но вот эту клеточку, что здесь можно построить? В пустыне. Здесь ничего нету, смотрите. Никакого бонуса у клетки нету. Торговый пост даст 1 золото. Даст 1 пищу. Да постройте там торговый пост. Это самая северная конечность нашего мира. Травя какая-то слабенькая, да? Почему в союзники набиваются эти слабые государства, черт возьми? Так, у нас достаточно очков культуры, чтобы принять общественный институт. Я предлагаю принять все-таки коммерцию, потому что денег не хватает.
Надо делать больше денег. Да, коммерцию принимаем. Так, вылупились аркебузиры. Повышаем муштру. И передвигаем их, ну, куда-нибудь сюда, вот сюда. Так, вы вылечились, вставайте на дежурство. А ты разведывай. Во льдах плавай. Кстати, ее можно улучшить, модернизировать до каравеллы. Поэтому будем потихоньку возвращаться. Ух ты, крабы. Крабы это хорошо, слушайте. Крабы это прекрасно. Возникает сразу мысль о постройке города. Где-нибудь вот здесь. Крабы и олени только. Стоит ли из-за этого ставить город там? В принципе, потом можем Бухарест захватить, если его, конечно, Аравия не перехватит. И так соединить наше государство. Ну ладно, это в дальнейших планах. Город Гуанчжоу готов построить. Что он построит у нас? Университет, так как наука хромает. Хотя и культура хромает. Давайте университет. Так, вы построили лесопилочку. Так, здесь вроде уже живого места не осталось на клетках. А вот здесь вот есть. Прикрыто трибушетами. Так, еще одни лучники. Вставайте пока на дежурство. Следующий ход. А, предлагаю в городе Гбатана купить арбалетчиков. Да, я арбалетчиков отсюда взял сюда. И Голиас приплыл раненый. Лечись. Да, у Китая остался лишь один Пекин. Аравия публично осудила державу Китай. Молодцы. Прям союзник, что надо. Вот здесь у Аравии разведчики, да, застряли. Сейчас я покажу. Разведчики застряли, то есть на нейтральной клетке. И никуда им не деться. То есть у меня нет этого договоренности с Аравией о праве прохода. И, соответственно, они не могут на территорию Майя без объявления войны пробраться. И зависли, ребятки. Но город было бы неплохо там построить. Не знаю, как он будет вытягивать. Он самый, наверное, будет дохлый город в мире. Так, юнит ждет приказа. Ага, арбалетчики наши, вставайте гарнизоном. Еще наш арбалетчиков был вот сюда, в Нанкин. Я думаю, сейчас купим. Хотя бы до 1500 дойдет. Кстати, тем временем у нас выросло настроение. Мы можем Нанкин аннексировать. Я думаю, ничего с этим не будет. Давайте аннексируем. Да, только 3 отнялось. 5 осталось. Замечательно. Что там строишь? Двор сатрапа, 21 ход. Ну ладно, уж дострой. Так, вы пришли. Молодцы. Вставайте на дежурство. Люблю вообще играть, вот когда каждый войска на своем месте, да? Ну, то есть вы заметили, что я не... Так, я разделяю ваше убеждение в том, что Китай приносит всем цивилизованным странам один лишь проблем. Возможно, наше совместное публичное суждение преподаст им урок. Конечно, преподаст. Я их скоро вообще сотру с лица земли. То есть не гоняя отряды туда-сюда по карте, каждый стоит на своем месте.
Так, Рагуза впечатлена высоким уровнем нашей культуры. Они повернули спиной к остальным державам, и наше влияние увеличилось на 40. Тем временем мы получили благовоние, и это вызвало День любви к отчизне в городе Гордий. Да что ты будешь делать? Город Экбатана перешел в другую веру. Блин. Почему они побеждают все время? 5 последователей буддизму, 2 всего лишь зороастризму. Другая держава поразила Квебек своей верой. Ваша просто вера оказалась недостаточно. Майя победили, сволочи. Квебек объявляет войну противник Уцетянь. Да ты чё? Какой жесткий Квебек. Квебек, ты, наверное, союзник Майя, поэтому объявил войну. С чего вдруг? Майя теперь союзник Квебека. А, они в войне находятся. Круто. Так, что мы здесь можем сделать? Болото осушить. Давайте пока осушим, там видно будет. Молодцы, молодцы, ребятушки. Так, требуется ли рабочая сила в городе Персиполис? Видимо, нет. У них и так все хорошо. Так, предлагаю. А, здесь у нас Дорогуза, да, ребята построили дорогу. Предлагаю тогда взять этих рабочих. А, нет, они здесь обрабатывают около города Гордий. Ладно, возвращайтесь к Гордию. Так, вы построили рудник. Идите сюда, будете строить рудник для железа. 3 ремочка наша. Бухарест еще живой, да? То есть, не так давно у Арави была такая Арава. Построили лагерь, да? Такое войско, что не мог захватить, то есть... Какой-то вшивый Квебек, Бухарест, то есть 32. Ну хотя да, у него защита 32 неплохая. А у Пекина какая защита? 40 с чем-то, по-моему, была. 46. Пекин тем временем восстанавливается. Ну да ничего, будет интересно захватывать его. Я думаю, еще одного требушета бы было неплохо. Для захвата этого города. Так, Голиас наш. Ну, пусть стоит здесь на дежурстве. 3 Рима тем временем. Вся в разведке. Строим лагерь, ребятушки. Город Экбатана завершил создание храма и приступает к созданию требушетов. Да-да-да. Следующий ход. Прибежали наши аркебузиры, которых нам подарила Алма-Ата. С острова. Назовем этот остров Алма-Атинский по праву, да? Так, выборы в Женеве были нечестными. Под громовый рык рогов и труп воинственных он повелел поднять свою могучую хоругвь. Джон Мильтон. Мы открыли технологию акустика. Так, вставайте на дежурство. Теперь... где мои разведчики? Так. Список юнитов. Три рема. Рыцари. Разведчики на борту. Вот они где. И чего здесь плаваете, ребятки? Вы же вроде можете перемещаться по неморским клеткам. По океанским, да? Будем разведывать теперь. Так, что там насчет Женевы? Все равно нейтрал, да, пока? Ну да ладно. Думаю, мы с Женевой все-таки
отношения-то попортим и захватим ее. Но это будет после уже того, как захватим Китай. Хотя, что войска будут простаивать, не знаю. Так, теперь, что мы изучаем? Навигация. Открывает фрегат, открывает капер, открывает морской порт. Архитектура. Открывает Эрмитаж, открывает фарфоровую пагоду и Тадж-Махал. Экономика. Открывает ветряную мельницу. Золото на клетках с лагерем увеличивается на 1. Вот это нам надо. Золото на клетках с таможней увеличивается на 1. Золото на клетках с польдером увеличивается на 2. Что такое польдер? Производство на клетках с польдером увеличивается на 1. Не знаю, что такое польдер. Золото на клетках с торговым постом увеличивается на 1. Отлично, вот эта вещь. Металлургия позволяет делать уланов, позволяет строить арсенал, позволяет построить Кремль. Химия позволяет построить пушки. Также производство на клетках с заводским комплексом увеличивается на 1 единицу. Производство на клетках с рудником увеличивается на 1 единицу. И производство на клетках с каменоломней увеличивается на 1 единицу. Ну, это вообще вот шикарно, по-моему, для нас. Давайте сначала экономику, потом химию. Так, город Тарс сделал рынок. Может сделать монетный двор. Каждое месторождение золота и серебра разобазываем. Город монет плюс 2 к золоту. Это круто, делаем. Потому что у нас здесь целых 2 клетки с золотом. Так, вы построили торговый пост. Теперь двигайте сюда. Стройте... Да, ферму. Это мой разведчик. Так, мы здесь можем... тебя улучшить до каравеллы. И ты у нас уже можешь в море, по-моему, выходить, нет? Да. Молодец. Следующий ход. Так, интересно, я же изучил. Ты сможешь выходить? Нет, ты до сих пор не можешь выходить. Ладно, стой. Так, здесь строим ферму, ребятки. По-любому. Дорога в земле Белгорода построена, как и они просили. Вот, истек срок мирного договора. Это отлично, это нам на руку. Так, ваша столица и Белгород теперь связаны. Вот теперь друг Белгорода. Белгород город воинственный, будет поставлять нам, по-моему, юниты. Черт их знает. Так, ну прежде давай сплаваем к берегам Майя. Что-то они здесь три ремы свои понаставили. Так, вот и дорога построена. Теперь, ребятки, дуйте в Рагузу. А, вы не можете, да, в Рагузу? Блин, ну сюда дуйте тогда. Пока следующий ход. У Цитиан угрожает всему нашему миру. Пришла пора решить эту проблему раз навсегда. Вы поможете мне в этом? Да, давайте, но мне надо 10 ходов на подготовку. А, замечательно. Тебе уж, друг мой, не могу отказать. Так, 10 ходов мне нужно, чтобы завершилась постройка трибушета через 5 ходов. Так, город Сарды растет. Хорошо. Молодец, расти, расти. Женева ищет новых богатств, поддерживая интерес своих торговцев, крайне интересует медь. Хорошо, медь у нас есть по Кале. Причем целая куча. Торговля. Медь. Что ты хочешь?
Серебро лошади открытой границы. Знаешь, открытой границы я тебе не могу дать. Вот так. Хочешь? Взамен дам тебе золото, ну, скажем, 100. Нормально. Малоптум. Прощай. Сузы могут приступить к новому проекту. Ага, сделали двор сатра. Посмотрите, денежки, да, прямо на глазах увеличиваются. Нам нужно... Казарма, замок, университет, жандармерия. Давайте казарма, тут все уже дорогое, по 10-12. Казарма. Так, что здесь можно построить? Ферму? Так, наша новоиспеченная каравелла двигается дальше. Следующий ход. Так, а не сможете залезть в эту клетку? Блин. Ну давайте вот здесь, что ли, строите дорогу. Да, что такое? Блин, этот бокаль меня бесит, серьезно. Договор продлите. Золото 10 даешь, да? Ну давай, ладно, черт с тобой. Ради нашей дружбы. Давай. Так, наконец-то мы можем еще купить миссионера. Получение меди вызвало в городе Экбатана день любви к отчизне. Город получит прибавку к производству пищи. Также по просьбе Женевы мы добавили медь. Теперь этот город дает нам 8 веры. И мы стали его союзником. Группа жителей Белграда узнала о догматах зороастризма. Хотя зороастризм, да? Где вы там? А, вы что ли? Но, блин, мне самому нужен. Блин, Покаль, вот ты меня разочаровала. Сарды завершили монумент. Буду строить амбар. Выбираем проект в Персиполисе, так как Пизанская башня построена в другом государстве. Твою мать. Сикстинская капелла. Не хочу. Этот гад опять меня опередит. Двор Сатрапа. Будем увеличивать денежный прирост. В Пасаргадах выбираем проект. Это будет у нас... Театр храм. Храм. Выбираем проект в Гуанчжоу. Гуанчжоу. Двор Сатрапа. Деньги не помешают. Шанхай будет увеличивать веру, поэтому строим храм. Ребятки, вы молодцы, построили железный рудник. Стройте золотой. Так, аркебузиры готовы в городе Шанхай. Пойдут сюда. Кстати, давайте отсюда заберем один отряд лучников. Вот этот вот. И отправим его в Нанкин. Следующий ход. Думаю, покончим с Китаем
И немножко будем до мая докапываться. Так, миссионер. Какой у нас город перешел в веру Экбатана, по-моему? Да. Миссионер, дуй сюда. 5-2. Ну, круто. Так, проплывем мимо, просто посмотрим по границам, что там у него. Так, мы построили лагерь, да, ребятки? Теперь, ну, вот эту клеточку. И на этом давайте закончим очередную серию. Я думаю, в следующей разберемся уже с Китаем до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Вам ничего, а мне приятно. Всем всего доброго. Увидимся в следующей серии. Пока.